Сегодня мне две такие посылки пришли. Начну с большой. Обычно с маленькой, но большой там более интересная посылка. Здесь вот я, кстати, думал, что это будет, хотя вот такой коврик. Вот. Я не знаю, там было указано, что это 3D принт, короче, на картинке 3D собака, но никакого 3D я тут не вижу, но по ощущениям очень хороший коврик, мягкий, хотя тонкий, и вообще ничем не пахнет только что. Понюхал, вообще никакой ни химии, ни краской. Тут я, как понял, против скольжения вот эта штучка сделана, потому что на столе он вообще не едет. Вот так, в принципе, заходить в комнату. Да, на порожке я его положу. Дети придут удивятся. Вот так, в принципе, сделан качественно. Заказывал на Жуме. Ну, довольно неплохой. Правда, я думаю, что тут будет нечто такое, реально 3D-шное такое. Заходишь и думаешь, что там собака сидит. Но ничего такого нет, даже вот на пол положил. Ну хотя, если приглядеться, то что-то там такое есть. Ладно. Дальше. Здесь вот такое интересное ожидает. Ручки. Где там подарили. Какие-то крутящие сейчас везде. Шариком. Так, сейчас я соберу. Ну, так, в наборе была ручка такая и два подшипника. Как я понял, подшипники вот сюда надо. Кстати, зашли очень хорошо. Опять же, проверим на запах. На удивление, мне сегодня вещи какие-то все хорошо пахнут. Так, ручка. Сейчас посмотрим, как она пишет. Кораблик. Что это такое, это детское? Так, что-то она как... А, вот, все. Записала. Сейчас очень... Пишет даже вот так вот. Так, что мы имеем с другой стороны? С другой стороны ничего, обычно. Так. Она одноразовая, насколько я понимаю, да, она. Стержень не вытаскивается, что минус ей. На самом деле я туплю. Здесь вот... А нет, это не отсюда. Я додумал, что... Это было за... Нет. Стержень это не от этой ручки. Он тут лежал. Вот, тут их три ручки, кажется, заказал. Но я что-то не понял прикол этой ручки. Подшипники, они должны... Не знаю, что должно произойти. Как-то на картинке они крутят. Ладно, посмотрел я в интернете, на ютубе есть ролики, как научиться крутить эти ручки. У меня уже падают. Вот, короче, ладно. Не буду это заморачиваться, детям подарю, посмотрим. Может, они уже знают об этом, обо всем. Сами научатся. Покажу им ролики, пускай дед на руки крутят. Ладно, впереди там еще у меня куча посылок идет. Так что... Скоро будет распаковки интересные.